Доброе утро, Игорь Игнатьевич, еще раз. Слава Христу, добрый день. Слава Иисусу Христу. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ну что, сегодня-то никто у вас в гости? Свободен или нет? Чего не слышу? Повторите. Патриарх-то приехал, нет? Патриарх приезжает в пятницу. В пятницу? Ну, сейчас я не задерживаю вас. Нет, нет, я... Этот, я хотел обсудить... Через полтора часа только ухожу. Понятно. Значит, с корочками можем сейчас уже окончательное утверждение дать. Давайте. Который ночью прислали, я показал. Мне это больше всего понравилось. И шрифт, и все лучше. И голубое? Первое, это поставить только внизу том первый, написать второй. Вот, если бы можно было фотографию переставить, а эту фотографию на первый том. Можно, конечно. Ну вот, второй том, и там я иду босиком. Иду на проповедь. Второй том, это вы идете на проповедь. Да, первое, красным сделать вот такими же переливами, если можно, нет? Сейчас не понял еще. Давайте сначала сейчас разберем. Первый красный. Красный что? Что красный? Тон всего красный. А на нем вот такое вот изображение. И туда поставить вот эту фотографию, которая... А тут написан том такой. Это на первый том только красным сделать. А вот там, где у вас лицо только одно... Вот сейчас, которое мне прислали, это я показал, ночью прислали вот... Я сейчас зайду на ваш компьютер, и вы мне будете показывать и говорить. Так а его фотографию-то эту надо взять как-то? Сейчас я зайду. Ну давай, оно у вас стоит, на вас стоит, на рабочем столе. Сейчас камеру выключите. Давай, только вот я уже больше не меняю, мне это больше всего понравилось. Хорошо, все, сейчас я, главное, пойму, что... Да. И пока свободно сделать. Сейчас, и направлю. Это делает Николай Сирот. Я ему направляю. Хорошо. У нас тут переговоры будут с Горным Алтаем идти. Так, ниже. Это корень, это корешок. Корешок так и оставить. Так, дальше поднимайте выше. Это убрать. Нет. Вот это все, это негожее. Хорошо. Абсолютно, это можно уничтожить. Сейчас, мышку не трогайте. Вот эту вот, во. Вот это? Да, вот это вторым томом. Там написано внизу том первый, вот, посмотрите, вот. И сделать вижу, том, вижу. Том второй. Хорошо. Если бы можно, оно фотографию, вот эту вот, перенести на первый том. А если трудно, пускай стоит так. Нет, это не трудно. Так, но красным тон бы такой сделать с пробелами, вот такими, как облака. Красным. Первый красным, вот это второй. Ага. Третий зеленым. Ага. Четвертый белым. Какой вот первоначально думали? На четвертый я хотел бы особый поставить. Особый. Никак у нас нечем снимать, но только в субботу я все добиваюсь, чтобы Елена взяла там вот такого фотоаппарат, сфотографировала меня на фоне флага, и на столе лежат все книги. Это очень объемный будет материал. А на корешок, который я сейчас отдельно с вами обсужу, на корешке вот как надписи сохранить 1, 2, 3, 4, как она стоит, я не знаю, не надо никакого тона, вот такая, как есть, на белом фоне. Вот это один, римскими сохранить? Или... Да, здесь сохранить римскими. Это тоже понравилось мне. А вот здесь какие фотографии, первый, второй, третий, мы сейчас зайдем, я открою, у меня там набрано несколько. Давайте на рабочий стол можем зайти? Игнатий, ну сейчас еще вопрос. Смотрите, первый красным. Второй синий. Голубым. Третий зеленым. Четвертый белым. А ведь синий-то это небо. Небо. Оно не может быть ниже голубого. Ой, выше голубого.
Это мы должны ради этого делать зеленым. Зелено только тогда, когда мы думаем о небе. Зелено – это плодоносное, которое говорит, какого цвета города в Откровении. Зеленым. Я уже хорошо обдумал это. А, все, понял. Там и изумруд, все. Это все проистекает от синего света. А дальше белый престол Божий. Все, теперь понял. Вот так. Теперь, какие картинки, где будут стоять? Первый, вот эту Давайте. Перенести на первую фотографию. Угу. А теперь надо на рабочий стол зайти, и там я буду говорить, какие. Так, подождите. Это не рабочий стол. Вот. Вот теперь маленько мне сдвинуть надо, вот так вот. Фото для 4-томника. Вот смотрите, какой выбор. Сейчас мы с вами обсудим здесь. Вот это второй. Сейчас я пока не вижу. Так, это второй, да? Это второй том. Тут можно по краям, если нужно будет урезать, а если нет, то так оставить все. Здесь сейчас, и небо. Подождите. Сейчас я его сразу сброшу. А, у меня есть он, есть. Давайте дальше. Вот этот второй том. Да. Вот это у нас первый. Отсюда можно брать. Так, первый. Первый. Да. То второй. Вот это отдельно в книге пойдет. Это не идет сюда. Вот это можно взять третий. Так, Гуяни. Да, ага. Третий. Но я еще один потом подставлю, посмотрю. Я на лестнице иду с голубями. Ну, не знаю, третий. Это все уже ушло. Вот мне очень нравится это море. И это третий мог бы быть. Но четвертый, я не знаю, удастся, нет. Теперь дальше. Это тоже это отдельно скинуть им. Это тоже отдельно. Но это туда идет. Внутри. Это тоже внутри идет. Это вот, я, кажется, в 10 классе учился. Вам видно ее? Видно. А вот это вот отец с матерью сидят, а вот это отец Аким. Где отец Аким? А вот на низу сидит, в валенках, в которой больше всех. Во. Ага. А вот это? Это я. Это вы, вижу. Это первая фотография была. Ну и Тихон, и Марья. А это Валентина. Валентина Устинова, которая Алешкина мать. Вот. Да. А остальных еще не было. Угу. Вот это Павел, около отца стоит. Ну, Самуила у нас и никогда в доме. А это Иосиф. Его уже нету. А это сестра на 3 года моложе меня, Евдокия. Живая? Живая. Живая. И ее... Этот, да, он ей сын. Вот у Маша, у Барабаша, они сошлись. То есть мы с Барабашами уже дважды породнились. Ну это никуда, просто если надо будет там это внутри поставить, я туда. Это тоже туда ушла. Ну это все. Вот три. А четвертый я хочу сделать на фоне флага и на книге. Когда будет это, хорошо. Ну, займусь. Вот так, значит, какого цвета? Перечислите. Первый красный. Да. Второй голубой. Третий. Третий зеленый. Зеленый. Четвертый белый. Белый. Аллилуйя. Теперь, который мы разобрали, теперь надо в корешки какие поставить? В корешки. Давайте, закройте. Так, это можно закрыть. Вот, тут мы... Что-то тут руки... А, вот. Вот это можно было бы поставить, но не знаю. Ну нет, вы же сделаете новую фотографию. И будете поставить. Ну эти, видите, какие они уже... Некоторые ужатые. Но мне вот, знаете, какой стиль нравится? Какой? Вот на корешок... Это вот часто, где вы с книгами красными? Ну давай, выбирай.
Там оно так и стоит. Сейчас. Вот, сейчас покажу. Ну вот на корешки любые можно. Вот которые у нас на канале, Максим, там вот это очень хорошо. Ну хорошо. Как будто... Хорошо. Вот это можно взять, как стоит на третьем, так пусть стоит. Вот это на втором тут подсолнечники, это убрать. На первом тоже можно оставить. И вот на четвертом можно оставить. Я сижу перед этим, книги стоят. Вот только второй заменить. Да, заменить. Заменить. А остальное все остается так. И внизу надписи я уже рассмотрел. Все нравится мне. А цвета? И... А, ну а посередке цвета-то белые. Так они целиком-то нет, могут сделать? Цвет фамилии синий. Ну все как нет. Есть. Нет, здесь-то света не надо, потому что тут фамилия, все иначе сотрется. Нет, я имею в виду здесь синие. Фамилия синим написано. А, фамилия, ну как вот здесь есть, так и оставить. И 1, 2, 3, 4, каким цветом все оставить. Мне все это пришлось по душе, это делал специалист. Ага, хорошо. И мне сильно понравилось, я остальное все как будто не было. И шрифт все тут можно убирать. Кто делал-то? А? Да надо посмотреть, кто-то такой из наших тоже. Потому что я утром разослал примерно человек 100. Мне много-много пришло ответов. Я их потом помещу у себя в события дня. Вот только заменить картинку на второй. Подумайте, что? У меня есть такая интересная картинка, но она тут маловатая. Нет, ну тут маленькая пойдет. Ну да, маленькая. Я и говорю, маленькая пойдет. Ну так... А вот это, где я сижу на скамейке, поднимаю руку вверх, можно поставить. Ну-ка еще раз, пройдитесь по картинкам. Стоп! Вот это? Да. Да, давайте это. По краям обрезать? И она поднимется как надо. Правую сторону можно под самую руку подрезать. Под левую руку. Поднятую руку. Угу. Вот все. С корочкой будет готово. Если сделаете, прям мне покажите. Уже готово. Так, ну все, я сейчас... Все, я вот что. Я сейчас все передам. Так, теперь я тороплюсь очень сильно. Потому что... Ну, у меня совсем мало времени осталось быть в городе-то. Мне надо сдать книги. А эти местные барнаульские подсчитали по 2 миллиона. Ну, все смеяться-то. Теперь... Ну, а как по 2? Там будет 1 400 000. Ну, теперь с Горным Алтаем. Закладки все убираю, потому что на них там 56 тысяч, что ли. И теперь бумагу другую немного, чтобы войти в 1 миллион. А попутно тогда, может быть, когда согласятся, тогда можно и это, к истинному православию заказать. 1000-2 там. Лучше бы всего 1000-4 заказать. Но это потом. Когда это-то они сделают, тогда. Ну тут, у меня тут знакомые есть, у них типография. Я им на всякий случай бросил техническое задание, чтобы они посчитали, сколько у них будет. Хорошо. Сделайте это. А так как у нас все тут... Они сказали, во вторник пойдет. Ну, во вторник еще пойдет. Так, вот это теперь обрежьте и мне в готовом виде корочки покажите, в развернутом виде. Это сейчас, я сейчас отправлю Николаю Сироткину. Да. Он сегодня сделает. Но он, наверное, работу устроит. Он, наверное, сделает пятерку. Да. Ну, я тут как только придет мне, я сразу звоню в краевую библиотеку. Там мои книги в 2 экземплярах. 2 экземпляра сразу отдаю им. Ладно, все. Один в архиве. Все, так, ну все вот так будто бы. Вы я не... покупку Ну, не перепутайте. Нет, я записал. Все. Вот это нужно мне скинуть, и тогда... А я тут буду сейчас с Еленой говорить, как встретиться на 4-й том
какой снимок поставить. На четвертый том еще нету корочки с первой. Хорошо, с Богом. Да, с Богом. А последняя корочка, там ничего нету, голая. Понял. Аллилуйя.